Сегодня я купил гливу, то есть вешенку в супермаркете Фора. 250 грамм стоит 30 гривен. Соответственно, это где-то $1.20, $1.10. Соответственно, килограмм это будет 4,5, где-то $5. Вот, однако... Вот, сделано в Украине это. Открываем. Так. Просто тугая пленка там была. Ну, вешенки красивые, я вам скажу, молоденькие. Чтобы расти и расти. И взяли, оторвали и продали. Ну ничего, будем кушать.